12 декабря состоялся Общероссийский день приема населения. Твои двери открыли многие госучреждения. Продолжит тему Максим Морозов. В соответствии с поручением президента Российской Федерации 12 декабря государственные органы власти должны принять участие в Общероссийском дне приема граждан. В этот день съемочная группа телеканала отправилась в городской отдел полиции, где прием провел начальник Лыткаринского отдела Василий Семичев. Горожане в этот день пришли разные, со своими переживаниями и жалобами. Жильцы дома на набережной устали терпеть пьяные выходки шумного соседа, попытки договориться и объяснить правила поведения нерадивому гражданину собственными силами не получилось. Без правоохранительных органов теперь никуда. Однократный выезд, он, как показывает практика, такого результата он не дает. А если, конечно, у нас будет заявление, естественно, мы его рассмотрим и будем уже принимать все меры, чтобы решить эту проблему в положительную сторону, например, для всех соседей, которые страдают от одного, так скажем, жильца дома, который ведет вот такой вот образ жизни. После составления заявления соседа возьмут на особый контроль. Если ночные пьянки и выкидывание мусора из окна продолжатся, у гражданина будут серьезные проблемы. Смотрите, если какие-то проблемы, вы приходите. Если даже нужно попасть на прием ко мне, дежурную часть всегда узнаете, на месте я или нет, я всегда принимаю в любой день. Не только там, которые определенные часы положены приема, но если я на рабочем месте, я всегда принимаю. Все граждане, все вроде довольны уходят, поэтому стараемся всем как-то повернуться лицом и всем помочь. Также в этот день провел встречу с населением глава города Евгений Серегин. На круглом столе с руководителем муниципалитета особый акцент был уделен благоустройству третьего квартала. Инициативные горожане рассказали о своих переживаниях и просьбах. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Лыткарино.